Видно, что с царского периода. Здание было беленым, как видите. Даже фронтовик есть какой-то, обалдеть. Как можно было так все оставить здесь, я не понимаю. Блин, такое ощущение, что люди просто вышли отсюда. Привет, мои любимые друзья, подписчики и зрители со всего мира. Сегодня мы приехали в село с мощным названием Моторино, которое находится в северном районе Оренбургской области. Это село известно еще с 18 века. На картах 1871 году обозначено 110 домов, а это значит, что здесь проживало примерно от 700 до 1000 человек. К сожалению, не удалось найти полную историю этого села в интернете. Я думаю, что сегодня походим по селу и поспрашиваем местных жителей, что здесь на самом деле раньше было и что стало. Также заглянем в заброшенные дома, посмотрим, что осталось от тех жителей, которые здесь раньше жили. В общем, смотрите, как всегда, будет интересно. Поехали! Приветствую! Да я решил кино снять о вашей деревне. Что-нибудь можете о истории рассказать села? А истории села что-нибудь можете сказать? Да мне некогда. А в этом здании что вообще было? Это клуб был. Раньше церковь была. Именно церковь в этом доме была? Прямо нет, из этих бревен? Да, да, из этих бревен церковь была. А заново строили или просто на месте этого построили? Я вместо? Не знаю, это надо у стариков. А кто-нибудь остались местные жители? Вот есть, он старый, он вам расскажет. Вот, видишь дом? О, елка стоит, да? Елка, следующий дом. За ним. Это 41-й мужичок, он все знает. К нему заедете, он на деревне все расскажет. Он уже древний тут. Я больно, кто знает, что не знает. Ясно. Ну, вы сами местный? Да. Да. Вы здесь живете? Да, я там, да. Вы как, фермер или? Да, свое хозяйство держу. Ясно. Ну что, жить получается? Да так, куда деваться. Ну, жить можно? Можно, что же. Ясно. А когда вообще закрыли клуб? Давно. Упало. Что-то света нет, я думаю, может, где-то оторвало. Тут в порядке есть свет, а вот здесь нет. А школа была у вас здесь? Школа вот тут была. Ладно, спасибо. Ага. Начнем прогулку по селу вот с этого здания. Очень такое огромное, скажем так, для деревни. Я здесь был примерно 2 года назад или 3 года назад. Еще удивился, что осталось такое бревенчатое здание в деревне. Обычно бревна быстро разбирают. Вот сейчас вот местный житель сказал, что здесь была раньше церковь, потом клуб. Не могу точно сказать, потому что на картах, я сегодня проверял, не было обозначено, что здесь была какая-то церковь. Ни в 871 году, ни в 1912 году. Вот. Непонятно, какое это здание такое. Не очень похоже на церковь, хотя выдает. Вот, кстати, тут денежка какая-то у нас валяется. Сейчас, чей год будет обозначен, тому передадим привет. В общем, копейка у нас оказалась 1982 года. Всем привет, кто родился в этом году. Так, на чем мы остановились? Об этом здании поговорим. В общем, фундамент вообще видно, что старый. Такие фундаменты закладывали под церкви. Видно, что как бы дореволюционные еще кладки. Камни такие хорошие, тесные. Вот. На церковь почему не похоже? Потому что здание какое-то длинное. И внутри оно видно, что постройки, как бы фундамент вот, непонятный. Так в церквях не делали. В церквях было одно большое помещение. Боковые пристройки редко были. А здесь видно, что все как бы в одно время строили. Поэтому немножко непонятно, что здесь было. Да, странно, что еще на доски не растащили. Но хотя видно, что частично разбирали. Вот видно, что кино вот оттуда показывали. В общем, друзья, было бы интересно, если кто-то написал бы, что здесь на самом деле было в старые времена. Понятно, что кроме клуба.
Очень плохо, что нету в одноклассниках группы села Моторино. Я обычно там узнаю о истории сел. Поэтому, друзья, кто-то, если захочет создать группу Моторино, выходцы отсюда, пожалуйста, создавайте группы, чтобы история о ваших селах родных была в общем доступе, чтобы все могли всегда зайти в такие группы и узнать что-то интересное и полезное. Историю надо сохранять. Вот здесь даже было два этажа. Здесь, наверное, вывеска какая-то была с кино, которое проходит. Да, интересненькое здание. Сруб точно не церковный. Иначе бы вход был бы здесь. Ну, мое такое мнение. Хотя, кто его знает. Может быть, просто фундамент остался от церкви, а клуб уже строили в наше время. Так что, надеюсь, кто-то и расскажет историю этого здания. Вообще, друзья, мне к вам просьба, если вы имеете группы в одноклассниках, модераторы таких групп о своих селах, пожалуйста, пишите всегда понятные названия ваших сел. Например, вот когда хочешь найти какое-нибудь село Ивановка, понятно, что их тысячи названий в России, тысячи групп, и очень сложно найти ту Ивановку, которую ты ищешь. Поэтому при названиях сел надо указывать Ивановка, такой-то район, такая-то область. Это будет просто, все будут находить, потому что очень многие мне часто пишут, как найти информацию о своем родном селе, как найти фотографии, как найти родословные и так далее, так далее. Но не могут найти информацию никакую в интернете. А такие группы есть, но они пишутся по-другому. Там Ивановка, родное село, любимое село Ивановка, лучшее село. В кавычках там Ивановка. И люди просто или проходят мимо и не могут найти никогда такие группы. Поэтому, пожалуйста, переименовывайте нормальное название, чтобы всегда было четко указано, что за группа и где находится. Тогда у вас подписчик увеличится и как бы более ценная будет история там сохраняться. В общем, все будет более информативно. Ну что, пойдем дальше. Пройдемся по селу. Узнаем, что там у нас, как кипит жизнь. А еще вот я заметил, что здесь остатки какого-то здания старого. Интересный довольно-таки. Какая-то постройка была. Видно, что с царского периода. Здание было беленым, как видите. Вон белилка еще осталась. Вот такой вот какой-то непонятный шов был ровный. Похоже на какой-то магазин. Магазин или барский дом какой-нибудь. Довольно-таки здоровое помещение. Двухкомнатное. Да. Кто знает, обязательно пишите, что здесь интересно было в этом здании. Даже, наверное, четырехкомнатное. Очень огромное. Кто знает, обязательно пишите. Я так думаю, здесь квадратов, наверное, 100-150 было. Нет, магазин — это слишком здоровое помещение. Скорее всего, какой-то барский дом был. Потому что в центре села находился. Прямо в середине, скажем так. Хотя сейчас, может быть, и у местных узнаем. Тоже шикарная была деревня. Вот, смотрите, целая улица.
Здесь уже никто не живет, кроме дачников, я заметил. Здесь еще вот в этой части люди живут. Еще деревня вот на той стороне была, то тоже поедем, посмотрим. Там тоже никого давно нету. Здрасте. Историческое. Да. Кино снимаю в вашей деревне. Кино? Да. А наше кино. Приветствую. Здравствуйте. Меня Алексей зовут, я с Бугруслана. Снимаю фильм о вашей деревне. Для кого? Для истории, для... Я блогер и снимаю всякие исторические фильмы про деревни, которые были, есть. Вы местные жители? Я местный. Да? Вы в гостях? Да вроде бы. Ясно. Вы скажите, вот в этом большом здании деревянном, бревенчатом, что раньше было? Клуб. И только клуб, да? Раньше была церковь. Точно церковь была, да? Только церковь, она выше стояла. Из этих, грубо говоря, из бревен этих была церковь. Потом ее разломали и из нее сделали клуб. А церковь была выше туда. К дороге ближе, да? Да, к дороге ближе. Фундамент, то есть это от клуба именно, да? Это от клуба. Я не знаю, кто. Мишка раньше говорил, что это на том же месте она стоит. Вообще, потому что на картах нигде не обозначено, что церковь была. Почему-то странно. Ну, церковь 100% здесь была, получается. Да, да, да. Была, а церковь, да. Даже, ну, я сейчас, конечно, ну, там, например, у жены фотографии в интернете есть церкви. А где именно? Я не знаю, в Одноклассниках у них. А группа есть в Одноклассниках? У жены? Да, нет, где, уточните, можно, потому что я искал сегодня, не нашел группы в Одноклассниках, именно Моторина. А вы можете узнать у нее? Потому что мне бы для фильма как бы интересно было бы. Ой, она сейчас на работе, сейчас, наверное. Ну, попозже. А сколько вообще раньше здесь людей жило? Ну, в лучшие времена, в советское время. А кто знает? Ну, примерно. Там, 100, 200, 300, 500 там. Я не знаю. Ну, сколько домов было? Ну, что-то... Домов... Да деревня была большая. Да. А сейчас спроси у старых, никто ж не знает, сколько. А сейчас живет. Сколько человек живет? Сейчас тут, черт его знает, я даже не знаю. Они то приедут, то уедут. Угу. Сейчас мало тут. Ну, я имею в виду, что вот постоянно кто, домов. Не дачники... А? Я имею в виду не дачники, а вот постоянных жителей сколько? Да постоянных тут семей 12, наверное, больше нет. 12 домов образно жилых. Да. Ясно. Если перезвонит, то спрашиваю, а если нет, это... у вас целый мотоцикл или люлька просто? Люлька. Люлька. Старых машин здесь ни у кого нету? Старых, как у Кенни. Ну, какие-нибудь Победы, Волги там. Нет. А вы сейчас где живете? Возле Самары. А, туда. А этот дом не жилой? Нет. Закрыт, открытый? Закрыт. Снимаю там, похожу. Ладно, спасибо большое за информацию. Да. Так что смотрите фильм с кино. Ну и столько. Да, ссылка я вам скину. Я вот давно, ну там к жене приезжали родственники, они здесь жили. И у него была фотография, вот они с горы снимали. Угу. И вот там была эта церковь. Ну, я же все... Мне так, это сейчас можно, думаю, где бы скопировать эту фотографию. Но он привозил эти фотографии. Я первый раз тогда эту церковь увидел. А найти никак нельзя сейчас уже, да? Они в Челябинске живут. С ними никак нельзя связаться. Я не знаю, это вот жену просить, и тоже он старый, если только и там внуки, сыновья могут. Спросите. Там, как-то это. Потому что фильм я буду снимать как бы, ну, первый раз и уже не приеду. И для фильма, так что на всю жизнь уже история войдет, чтобы фильм был такой полноценный. Здесь вот школа была раньше. Вот мне говорили, да. Фундамент. Да. Там друг, ну, поновее, который... Мне сказали, дядя Вова там, да, старенький дедушка живет? Да, Нуждин. Вот ты к нему не заходил? Вот сейчас к нему собираюсь, да. Вот его только. А больше тут сейчас таких никого... Там, я понял, дачники все живут, да? Да, вот такие. Там его... А летний вариант. Дом же целый был, кто сгорел, да, я помню? Да. А что случилось-то? Ну, проводка. Да. Версия Бугусланский такая, проводка. Вот весной сгорел. А весной только? Да, вот в апреле. Ну там дачники какие-то жили, да, наверное? Нет, он не жил. Просто пустой. Такого был брошен. Брошенный дом. Ясно. Не отключили. Да, сейчас жалко. Сейчас тут таких нет, вот только к нему, к тому. Ну все, спасибо большое. Вам до свидания. Спасибо. Разрешили нам соседи посмотреть этот домик заброшенный. Сказать, что он закрытый. Это значит, что хозяева есть. За домом смотрят.
заглянем в сарайчик. Это ли гараж это был? Да, гаражик. Зеркало. Что-то тут рулят машины. Вазовский. Ух ты. Что я тут увидел? Древние инструменты. И вот у нас экземпляр ступа. Обалдеть. Немножко, конечно, основание подгнило, но я думаю, все равно такой экземплярчик, таких все меньше и меньше можно встретить. У меня всего 4 штуки в коллекции. По соседству еще домик. Тоже давно уехали. Скорее всего, закрытый. Хотя нет. Домик у нас открытый. Значит, сможем поснимать. Сосед нам разрешил. Блин, такое ощущение, что люди просто вышли отсюда. На время. Куча телевизоров. Раз, два, три. Три. Шикарная бочка у нас тут стоит. Кованая, еще старая. Ну, здравствуйте этому дому. Ну, в 14-м году тут еще жили. 6 лет назад. Из того, что поблизости живет сосед, все цело, печка со звездой. Ух ты, елочные игрушки, весовые советского периода. С новым 14-м годом. Выпускник. Какого года? Непонятно. Да, избушка, конечно, потрепана. Спортивный костюм. С Чанни Монтана. У меня раньше была Adidas. 90-е годы была. Шикарная одежда. Вот так вот скромненько жили люди. Оставили фотографию. Не подписано. Мыши уже грызут ее. Надо куда-то поставить. Девушка тут какая-то звезда. Уже современное искусство. В стиле полню. В общем, вот такая здесь жизнь была. Пойдем дальше. Что, зайдем к дяде Вове. Узнаем, как жизнь. Что-нибудь интересное. Интересно, подковы сделаны на самом полу. Здрасте, дядя Вова. Здравствуйте, да. Приветствую. Меня зовут Алексей, я из Бугуруслана. Снимаю кино о вашем селе. И мне сказали, что вы все знаете, можете рассказать все. Всю историю. Начал рассказывать. Вы родом отсюда? Отсюда. Здесь родились? А? Здесь родились? В каком году? В 41-м. Скажите, вот... Церковь здесь была, на самом деле, или не была? Была? Была. А вы ее помните? Хорошо помню. Она деревянная была? Деревянная. А что? А вот сейчас клуб, что есть. Угу. Вот сейчас церковь.
Получается, на этом месте была или из нее сделали? Она так, церковь чуть повыше была. Угу. Ну как, просто фундамент, ступень немножко с фундамента. Угу. Понял. А у вас фотографии церкви не осталось случайно? Нет. Нету? Ну, хоть есть уже. А это в каком году ее разобрали и клуб собрали? Не я. В 64-м. Ну, так хорошо запомнили? Так хорошо, я с армией. Я как раз с армией пришел. А, понял. Ясно. Я в 63-м пришел, а весной ее разбирали. Ясно. А сколько вообще людей здесь жило раньше в селе? Ну, самые лучшие времена советского периода. Да, где-то... Как в 64-5 было. 500 человек? Да, где-то около этого. Угу. Потому что село большое было у нас. А когда начало разваливаться? Да, разваливалось при Советском Союзе, значит, а потом уже тут пошло и пошло, пошло. А почему при Советском Союзе разваливалось? Из-за чего? Ну, уезжали некоторые. Угу. А причины какие были? Из-за чего уезжали? Что не нравилось? Молодежь как им надо. Я, например, вот, хоть молодой был, я никуда не собирался. Но почему вы не уехали? А? Почему вы не уехали? А зачем я уеду с своего села? Я здесь родился. Здесь рос. То есть вы здесь счастливы? Вообще нет. Ну, вы можете сказать, что ваша жизнь прошла не зря, и вы всем довольны? Да, конечно, не зря. Работали, все же были, работали. А где работали, кем? Я? Водитель. На какой машине? На ГАЗ-51, ГАЗ-53, ГАЗ-66 были. Семья большая у вас? У меня. Я один. Один? А дети, жена где? Жену схоронил. Дети. Одна здесь живет. У меня больше 5 детей. Ого, нормально вы. Не зря точно прожили жизнь. 6-й помер. Сколько внуков у вас? У меня 15 внуков. А правнуков? Мне кажется, их 17. Ого, запутались уже. Да, плодовитый дедушка. Это вам получается сколько лет? Мне? Да. 79, видите. Ясно, да. Вы, получается, здесь самый, так скажем, почти в возрасте житель, да, села? Нас двое вот в одном городе. Вот да, постарше, что есть. А где она живет? Она живет вот сюда, по селу, как ехать. На той стороне или на этой? Ну, примерно, скажем. Ну, там вот, как с Пашкиной ехать. Угу. Вот там наверху домик проводится. Как если в Пашкину ехать на левой стороне, самый крайний там. А, понял. Ну там живут разве еще? В том конце получается, да? Да на, не в конце тут, а там так, дальше домов нету. Ага. Там и раньше только до этого был вон. Это верхний порядок. Как ее зовут? Я? Да. Как Нина Ивановна, по-моему. Хозяйство большое у вас? У меня хозяйство. Какое хозяйство? Кур держите, да? Да. Ясно. Ну, дочка помогает, наверное, внуки приезжают. Летом гостят. Да, у меня все старые живут здесь. А. Двое в Соколовке, трое там в Кандызе, угу. В Северном, угу. Один сейчас в Индии. Что он там делает? Рабочий. А, ясно. А вот эти, в этих домах никто не живет, да? Вот этот и вот здесь рядом дом? Нет. Не жилые? Нет. А хозяева есть у них? Или просто куда делись все хозяева? Ну, здесь она живет, там внучки идет. А там эти хозяева померли. Там дома. Никого не осталось, да?
Не в этом, а еще там в том. А и в этом давно у них сегодня живет. Померли тоже. Ясно. А сколько сейчас в селе жителей осталось вообще? Сколько? Да ерунда. Ну, человек 20, может, это не дает. А скажите, вот перед клубом такое кирпичное из красного кирпича здание из камней. Там что было раньше? Внизу середки. Вот ниже клуба сюда. Такие из красных валунов такое здание разваленное. Школа была. Школа? А до революции? То есть оно там какое-то старинное же здание, да, получается? Ну, он до революции встроенный был, да. А до революции что было там? До школы? Школа. Изначально школа была, да? Я прям в школу строили. Ясно. А какой-нибудь барин здесь жил? Помещик какой-нибудь? Тут нет. Нет? А почему Моторино называется вообще? Может быть, раньше кто мотор, какой фамилии мотор был. Поэтому называется. Много всяких поэтому. Ясно. Ну, в общем-то, понятно. Спасибо большое за информацию. Давайте, всего хорошего. До свидания. Не болейте. Долгих лет до жизни вам. До свидания. Посоветовали мне домик снять на той стороне. Раньше я не замечал его. Уже без крыши. Интересно, почему люди за речкой там поселились. Не знаю, как буду перебираться, но дойти посмотреть мне хочется туда. Так. Что тут у нас? Ай-яй-яй. Что-то, блин. У меня тут столько техники. Что в воду мне нельзя. Опа. Все. Благополучно перебрались. GoPro у меня водонепроницаемый. Вот новый фотоаппарат. Мочить нельзя. Кстати, фотоаппарат мне, можно сказать, подарили подписчики. Зимой и весной я указывал номер карты с просьбой помочь мне с покупкой камеры. И поэтому. И вот теперь у меня есть вот такая Fuji камера нового образца. Теперь снимаю иногда на нее. Спасибо всем подписчикам, кто перевел мне денег. Вот, общей сложности. Мне перевели 80 тысяч. 30 тысяч перевели по 1000, по 500. Один знакомый, теперь уже знакомый, перевел 10 тысяч. И неизвестный человек мне перевел 50 тысяч на карту. И даже не написал, не представился. У меня есть инициалы просто. В общем, в этом ролике я в описании укажу всех тех, кто перевел мне денег на камеру. Спасибо большое всем за поддержку, за помощь моего канала. На 80 тысяч я купил вот камеру. Вот такой осветитель. Очень много оборудования. Батарейки, рюкзак. В общем, все вложил в качество на развитие канала на самом деле. В общем, поэтому мне теперь полный фарш с оборудованием. Конечно, еще в планах у меня есть купить ноутбук, чтобы можно монтировать было ролики. В общем, друзья, поддержку я еще принимаю. Номер карты у меня указан. Че, сарайчик. Ну, вот такой у нас домик тут. Без крыши. Над головой. Пиво-разлив, чтобы так вот ровненько все сняли. Как говорится, без сучка, без задоринки. Как будто так должно быть. Ровный домик. Такой необычный домик. Почему необычный? Потому что там внутри светло и просторно. Сейчас заглянем. Он на замке. Ну вот, вот такое отверстие тут есть у нас. Все, забрались. Большое хозяйство у нас тут было. Ух ты! Что я тут вижу? Смотрите, сколько
рамок. Я надеюсь, они без фотографий. Сейчас вернемся сюда еще. Посмотрим, что здесь. Да. Печальное зрелище. Печка. С кастрюльками даже. Все на месте. Крыши у нас нету. Полы содрали. Зеркало. Такое красивое. Сохранилось, несмотря на то, что здесь уже с потолка. Ух ты, такого я еще не видел, друзья. Смотрите. Как удобно, когда дома растут грибы. Красота. Печальная, конечно. Маленькая избушка. Какой-то молитвенник. Все, мух уже здесь везде. Так, ну что, пойдем посмотрим фотографии, какие там остались. Диван, кстати, клевый. Почти целый. Давно хочу себе такой диван. Но как-то все не получается у меня найти такой формы, чтобы можно было за разрешение спросить и вывести. Увидел часики здесь такие настенные. Маяк. Запчасти уже распадаются. Ну что, друзья, приступим к разбору старых фотографий. Видно, что они тут уже начинают гнить, потому что здесь крыши нет, и все вот снег и дождь падают вниз. Потихонечку начнем сейчас разбирать. Посмотрим, что здесь у нас осталось и что можно сохранить еще. Вот, кстати, крамы-то старые еще. Сейчас откроем ее обязательно. Вот. Тетенька. Малыш какой-то серьезный. Вот, очень много фотографий. Даже фронтовик есть какой-то, обалдеть. Как можно было так все оставить здесь, я не понимаю. Пока сюда положим. Портрет. Чкаловская коммуна 1956 года. Раньше Оренбург назывался Чкалов. Поэтому Чкаловская область раньше была. Вот она фотография. Какая-то уже пристыла тут. Какой-то офицер стоит. Не знаю. Может, подсохнет. Очень сырая она. Подсохнет, может быть, видно. Да, жалко, что люди уехали. Не забрали фотографии. Тоже какой-то дяденька. Сельская жизнь, 71 год. Девочка-пионер. Вот какой-то тут еще
Маленький портретик. Нет, ну странно, тут вообще не вписывается. И вот хороший портретик. Бабушка какая-то, женщина, вернее. Здесь у нас обалдеть, там еще куча фотографий. Да что ж такое? Зеркало уберем. Вот они, детишки. Блин, столько фоток. Ну неужели родственников никого не осталось, а? Просто десятки фотографий. Брошены гнить. Газетка какая-то. Не знаю, в чем-то рисовали. Ну, картинка, конечно, красивая. Ну, в общем, друзья, вот такая тут грустная ситуация. Столько брошенных фотографий. Я вот не знаю, что делать сейчас, честно говоря. Обычно я редко фотографии забираю. Но здесь вот просто жалко их оставлять, потому что они сгниют здесь. Что же делать? Сейчас откроем вот эту грамоту. Для начала посмотрим. Ну что, друзья, попробуем вскрыть вот эту грамоту, которая очень намокла, отсырела. Я думаю, что еще, блин, годик-два. Она точно загнила уже. Потому что тут уже даже древесина гнилая вся. Че в эти бумаги? Все у нас сыпается. Таракашки побежали. Ценный артефакт. Присохло. Ух ты, это даже военная грамота от сержанта. От сержанта. Так. От сержанту Ильину СВ за образцовое выполнение своего служебного долга за защиту чуть-чуть родной страны. А, за рубежом? Ого. За рубежом родной страны. 52-й год. Это какой-то интернациональный долг. Я не знаю, в 52-м году что у нас было. Даже я затрудняюсь ответить. 22 октября 1952 год. Это у нас город Новотроицк. Электрофото. Да, это уже... Фотку не восстановить, она уже все прилипла к стеклу. Интересно. Так, здесь какие-то военные фото есть. Я думаю, что надо их открыть, потому что здесь влага, они точно сгниют. Их надо срочно просушивать, пока вообще не сгнили. Вот военное фото вроде сухое. Да, частично. Частично сухое. Даже с подписями. Эх, эх, эх. Ну как же так, а? Эх. Как жалко мне всегда такие фотографии. Это ведь огромный пласт истории. Это на память бабушки от всей нашей семьи, от Лёши, Гали и от меня. 72-й год. Фотку уже не восстановить. Так, а здесь у нас еще можно что-то сделать.
Так, вот он, солдатик. С боевыми наградами. Вот. Под ней еще. Да, ну, не знаю, как так можно. Как можно так оставлять фотографии. Я думаю, мы здесь, наверное, в сухом месте их положим. И те, кто захочет из родственников, придет их и заберет здесь. Здесь, по крайней мере, они сухие будут. Ну, в общем, друзья, если кто-то узнал своих родственников или знает таких людей, сообщите, что фотографии лежат в единственном сухом месте этого дома на крыльце. А мы пойдем дальше. Перед уходом заглянем в сундук. Обалдеть. Это что у нас тут? Берегите честь смолоду. Позор, нарушитель дисциплины. Обалденный, тоже мокрый, промок уже весь. А таких плакатиков я не встречал. Там еще газета какая-то. Ну, в общем, вот такая картина тут. Ну, друзья, собирался уже уходить. Плакатик я решил в музей забрать. Вот, и увидел, что вот здесь вот еще рамочка лежит. Но, к сожалению, газета там сгнила. И вот, как думаете, что это такое у нас тут лежит? Правильно. Это у нас икона. Святая Троица. В общем-то, вообще... У нас, по крайней мере, в Оренбургской области, да и, наверное, и по всей России, не принято иконы из домов забирать. Но я забираю очень в редких случаях, когда дом разваливается или начинает там просто исчезать. Поэтому такую икону я не могу оставить здесь, потому что она реально тут скоро просто сгниет. Если появятся родственники, кто-то напишет мне, я с удовольствием ее отдам, верну хозяевам или кому. Кто скажет, что здесь его родственники жили. Так что пока эта икона будет храниться у меня в музее, чуть попозже помою ее и покажу вам, как она выглядит. В общем, странно, что она почему-то там лежала. Потому что иконы все, которые были в доме, их унесли, разбили все. Вот, так что вот так. Пойдем дальше. Тут у нас сарайчик. Так, неужели? Обалдеть, а? Что ж такое опять? Портреты. Ну как можно вот портреты держать в сарае? Года неизвестны. Бабушка какая-то колоритная. Обалдеть, а. Вот видим, мыши прогрызли здесь уже часть фотографий, просто сожрали. Это была в доме женщин-то, я помню. Вот что делают мыши с фотографиями.
Вот еще одна картина. В общем, такая история, друзья. Вот так вот. Ну, а здесь оставим эти фотографии на этом месте, потому что здесь сухо. Домик этот еще, сарайчик не протекает. Поэтому я очень надеюсь, что родственники найдутся. Здесь фотографии прям в шикарном состоянии, можно сказать. Уже перед уходом встретил я тут ежика. Маленького ежик. Ты где? Выходи, ежик. Не хочет здороваться. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. К сожалению, не получилось отснять всю деревню в один фильм, поэтому обязательно смотрите продолжение второй части. Если возникли какие-то вопросы, обязательно пишите мне ВКонтакте, в Одноклассниках или Инстаграме. До новых встреч. Пока.